Чисто случайно проезжал город Браунау, который находится на севере Австрии, и вспомнил историю, что там родился, вырос, рос Адольф Гитлер. Жил там, пока ему не исполнилось 3 года. И, вспомнив историю, решил завернуть туда. Вот там я делал эти съемки. И первое, что у меня было в голове, ведь у нас свой есть Путлер, который болен такой же болезнью, фашизмом. И вспомнив все это из прочитанного, из учебников про те события Второй мировой войны, как она начиналась, как она велась, я, конечно же, вспомнил, как проливалась кровь чеченского народа из-за этого Путлера, фашиста и террориста. Конечно же, переживая за все происходящее сегодня, кровь, которая проливается этим Путлером в Украине, я вот решил завернуть туда и сделать такие съемки. В последнее время мы пережили две войны. Чеченский народ видел две войны. Войну Ельцина и войну Путина. Так же, как сегодня в Украину, эти российские оккупанты входили на территорию нашей республики. Те же самые методы были использованы и в Украине, и у нас на чеченской земле. Они пытались сначала разделить народ, чтобы его потом добить. Когда им это не удалось, это было в 1994 году, когда они вторгались в нашу республику, Чеченскую республику Ичкерия, то они уже пошли ва-банк и вот так же вели эти войска с разных сторон, с разных сторон. Мы, конечно же, не имея таких средств, чтобы противостоять этой армаде, мы их пропустили, пропустили и уже встретили на окраине Грозного. И потом уже начались боевые действия. Ни на какие призывы, там, мирные призывы наших лидеров, чтобы не допустить войну, чтобы не допустить кровопролития, они не слушали. Все эти призывы Джохара Дудаева, затем Аслана Маскадова были проигнорированы, Российской Федерацией. И началась война сначала в 1994, а затем в 1999 годах. Так же, как сегодня обвиняют украинцев в нацизме там, и так далее и тому подобное. Нас же, чеченцев, тоже обвинили в бандитизме, в терроризме, в чем только еще не обвиняли. Повесив эти ярлыки, они начали войну против нашего народа. У них есть этот опыт, у Российской Федерации. Война велась самым подлым образом. Когда они терпели поражение в открытых боях, то они бомбили мирные населенные пункты. Это больницы, это жилые дома, это школы, детские сады. То есть уничтожалось все подряд. И без разницы, жили там чеченцы, дагестанцы, русские или другие. Также они стерли с лица земли город Грозный. Когда им не удалось его взять, они решили его разрушить поквартально. И я раньше в передачах говорил, что один японский журналист даже сказал, что разрушение в городе Грозном больше, чем в Хиросиме и Нагасаки. Вот такую параллель как бы приводили, сравнение. Мы, не имея никаких
средств, ресурсов или вооружения, чтобы противостоять такой армаде, вели войну сначала окопную, были у нас фронты, затем уже перешли, поменяли тактику на партизанскую войну. Вот там российским войскам было очень туго, сложно. Там они терпели поражение. Представьте себе, когда, я помню, по российским телеканалам они говорили, что вот там в городе Грозном на такой-то улице боевики там, или террористы совершили теракт, подбили БМП или там БТР, взорвали. То есть к нам на нашу землю пришел оккупант, оккупант, который убивает мирное население. И когда вот эти варвары, вот эти фашисты и оккупанты, когда их уничтожают, это называют терактом. Но российское телевидение всегда молчало про жертвы среди мирного населения. Я хочу подчеркнуть такой важный момент и сказать тем, кто пользуется российской статистикой. Там неправда, нету там правды. Потери мирного населения, потери среди российских оккупантов и наших бойцов сопротивления, чеченского сопротивления. Где надо, они там умножают, где им невыгодно, они это убирают. Когда там в то время передавали новости, мы даже шутили, вот сейчас скажут там в новостях, что один убит, полтора ранено. Вот такие шутки у нас были. Я могу назвать примерные цифры, точные цифры не знает никто, что около 300 тысяч мирных жителей убито российскими фашистами. Из них где-то 45 тысяч детей, которые убили российские террористы. Среди наступающих сил всегда бывает больше жертв, чем у тех, кто обороняется. И здесь уже можно говорить о десятках тысяч убитых российских террористов на чеченской земле. И, конечно же, были огромные потери бронетехники, там, да, нам было сложно с авиацией, нечем было стрелять по самолетам. Вот, к примеру, даже 31 на 1 января 1994-1995 года, то есть, как говорится, в новогоднюю ночь, было сожжено около 300 разных видов бронетехники. Это БМП, БМД, танки, БТР. И все это горело в центре Грозного. То есть я просто хочу рассказать о больших, колоссальных вот потерях среди российских оккупантов. И, как я говорю, мы воевали только с автоматами Калашникова и гранатометами, чего боялись российские оккупанты. И важный момент в этой войне, мы видим отношение российских войск, российских генералов, там, командования к своим пленным, к своим убитым. То же самое было и у нас во время российско-чеченской войны. Российским генералам было абсолютно наплевать на свои жертвы. На свои жертвы. И эти солдаты, офицеры вот валялись на улицах Грозного. И наше командование много раз обращалось к российскому командованию, чтобы они забрали своих военнослужащих. От этого отказывались.
Российские генералы всегда отказывались от этих предложений, говоря, что вот чеченские там бандиты хотят сделать передышку. Нет, это был человеческий шаг, чтобы кто бы он ни был, он уже убит, чтобы их нормально похоронили. Вот такое отношение у нас было. Не было таких пыток, как это преподносит российская пропаганда. Мы отдали российской стороне вот, ну, сотни военнопленных. Да, сначала отдавали вот, за просто так, просто отпускали. Затем уже мы научились чему? Потому что российские оккупанты брали наших родных в заложники и держали их в своих тюрьмах. Вот. И нам приходилось отдавать этих военнопленных, обменивать этих военнопленных на своих родных мирных жителей, которые были искалечены, избиты в этих тюрьмах. А те, которых мы выдавали, российских военнопленных оккупантов, преступников, они были, их никто не трогал, как я говорил. Они кушали то, что кушали наши добровольцы, наши бойцы чеченского сопротивления. Вот. И этот момент. И, как я сказал, российская армия всегда, когда терпит поражение в боях, в открытых боях воевать они не смелые. Вот, и всегда обстреливали мирные населенные пункты. К примеру, 2000 год, как они вошли в поселок Новой Алды, прошлись вот как фашисты, как нам показывали в разных фильмах, прошлись по улицам, вытаскивали оттуда женщин, стариков и расстреливали, сжигали, закидывали гранатами и стреляли из огнеметов по домам. Вот так совершалась казнь мирных жителей чеченских населенных пунктов. То же самое произошло в селении Самашки. Также, окружив это село, они вошли в это село, прошлись по улицам, заходили в дома, расстреливали мирных жителей, сжигали эти дома огнеметами шмель, вот, и уложили сотни мирных жителей. Я могу много примеров таких привести, называя каждый населенный пункт, там Мескер-Юрт, Атаги и другие селения, где они совершили вот этот фашизм, терроризм, военные преступления. И все это происходило с молчаливого согласия мирового сообщества. Нам никто не помогал ни словом, ни оружием, ни другой-либо поддержки. Нас отдали вот так убивать, разрешили убивать Россию ради сохранения своих интересов. Никто не хотел ссориться с такой большой страной. И продолжалась война. И сегодня из-за этого трусливого молчания мы получили то, что мы имеем сегодня. Что мы имеем сегодня? Это чудовище выросло, и у него появились больше аппетит, и он полез в другие страны. Это то, что мы видим по сегодняшним событиям, ну, к примеру, Грузия. Сегодня идет война в Украине. Это вина мирового сообщества, потому что в свое время это чудовище не было остановлено.
Сегодня говорят еще про чеченцев, которые едут воевать в Украину на стороне России. Ну да, там пару сотен будет. И то они не участвуют в прямых боях. Ну, чтобы участвовать в прямых боях, эти люди или как там военнослужащие, да, должны иметь какое-то мужество. Я говорю про тех кадыровцев. У них нет этого мужества. Нет. Ни в каких боях они не участвовали. Это вот такое выращенное, можно сказать, стадо, которое привыкло пугать свой народ, давить на свой народ, запугивать там стариков, женщин, таскать родственников чеченских активистов. Вот как они учились. А в реальных боях они не участвовали. И даже если они сегодня едут в Украину воевать на стороне Путина, то они совсем не вояки. Не вояки. Когда вот у тебя нет такого чувства, что ты воюешь за свою родину, за свой дом, за своих родных, за свой народ, за веру, когда у тебя этого чувства нету, то ты не сможешь воевать. Вот когда человек едет в другую страну убивать других людей, будучи оккупантом, он не вояка. Он не вояка. Это бандит, это террорист, это оккупант. Он не может воевать только за деньги. Или там за боязнь, что его там расстреляют, или что сделать еще что-то другое. Вот. Это не воины. И сегодня люди не говорили бы о кадыровцах или там об этом ушлепке Кадырове, если бы в свое время мир обратил бы внимание на чеченцев, на войну чеченцев против такой большой страны России, и если бы мир помог бы чеченскому сопротивлению, то не было бы этого ушлепка Кадырова, не было бы тех войн там Грузии и до Украины не дошло бы. Не дошло бы. Тут виноваты все, что на экранах появляется этот чудик, там личная собачка Путина, и гавкает там, что вот там он будет искать Степана Бандеру. Последнего, он, все говорят, все еще ищет. Видимо, он не знаком с историей, этот чудик, я про Кадырова. Но коротко говоря, все чеченцы, они против войны в Украине и проклинают вот этих отморозков, этих подлецов, этих предателей чеченского народа, и будут всегда проклинать, потому что они, да, позорят нас, вот, в первую очередь себя. Вот. Мы будем их проклинать, этих подонков, которые позабыли свою историю и перешли служить сегодня российской стороне, служат Путину верой, там, любовью, правдой. Вот. И за эти деньги, сколько там говорят, дают 300 тысяч, что ли. Вот. Это предатели чеченского народа. У каждого народа есть свои кадыровцы. Они всегда были, они всегда будут. Но я подчеркну, что сегодня не только народ, вот, простое население Чеченской Республики Ичкерия, чеченцы,
за Украину. Но и у нас есть те, которые поехали в Украину и воюют против российских фашистов. И будут воевать до конца. И я считаю, что долг нормального чеченца, который считает себя патриотом своего народа, должен придерживаться такой линии. Он не имеет права любить Россию, поддерживать в чем-то там Путина, этого фашиста. Не имеет права забывать то, что делала Россия за всю нашу историю. Потому что каждые 50 лет вот эта Российская Федерация, она убивала чеченцев. Она же выселяла, насильственно выселяла чеченцев с наших родных земель. Так должен думать человек, который любит свой народ, который чтит память своих героев. Вот. Они должны помнить, кто убивал чеченцев. А эти предатели чеченского народа, на то они и предатели, что встали рядом с теми, кто убивал людей, мирных жителей, бомбил, наносил авиационные удары вакуумными, кассетными, зажигательными бомбами по нашим населенным пунктам. И служат тем, кто проводил зачистки населенных пунктов этих, служат России. Так что им бы пора понять, что это позор, что это позор для них. Вот, и подводя итог, как я сказал, сегодня проехался по этому месту, вспомнив там про фашизм, там все говорят про Адольфа Гитлера. Вот это чудовище, которое у нас есть сегодня, оно будет еще хуже. Еще хуже. Это чудовище, которое у нас есть, пугает человечество ядерным оружием. Ядерным оружием. И почему россияне поддерживают его? Ну, видно же, кто развязал войну и к чему это может привести. Неужели россияне это не понимают? Да, там говорят, бывает, что вот народ нельзя винить. Я не хочу винить народ. Я за то, чтобы во всем мире был мир. И желаю этого мира всем. Но народ – это сила. Народ может сделать многое, если встанет. Народ должен встать. Российский народ должен встать. Украинский народ сегодня встал и стоит против тех, кто пришел к ним с войной. Так вот, пусть русские встанут, пусть русские выйдут на улицы. Пусть будут они выступать против войны. Вы знаете, уже Третья мировая началась. Началась, идет. Идет. Но может прийти к самому худшему варианту. Даже к применению ядерного оружия. Этот шизофреник, фашист, он может это сделать. И вы его тоже будете вот так продолжать его, поддерживать его. Вы что, хотите, чтобы ваши города прибывали груз 200, вот эти гробы? Так что вставайте, вставайте против этой войны. Против войны. Вы сможете сделать, вы сможете заставить этого Путина остановить эту бойню. Эту бойню. Всем мира!